все. Здорово, Валя. Да, Леха? Так вам, конечно. Ты про это не говорил ничего. Я уже сварил, держите, съел. Игнатий Тихонович. Еще раз говорю. Надо было утром сказать. Не беру сегодня. А, да вы что, я кашу вам сварила. Вот так. А кто открыл-то вам? Батюшка приехал. А, батюшка приехал. Добрый день. Пойдем. Вот они пришли. А что, пришли-то? Делом? Да. А каким? Трудиться во славу Божью и Бога славить. Ну так я что-то не слышал про это. А как это не слышали? Мы в храм ходим, Господа Бога славить. Ну ладно, пошли. А я пошел туда, думаю, мытье пришли делать. Это у нас при входе в храм. Немножко тут показать. Эти какой крест должен быть ровный, без всяких набалдажников. Это сегодня. И вот так надписи при входе в храм. Проходите. Тогда больше никому говорить не буду. У меня три куста есть. Ну, посадим. Посадим. Мир дому всему. С миром. Вот отпирает храм. Что не открывается, снимай. Батюшка приехал. Ничего не открыли. Снимай. Думаю, кто пришел-то тут? Хозяин пришел. Это у нас вот календарик такой. Про Потеряевку. Эти какие. А я с Яшей. Маленечко, выйду на улицу. Ага, тут на машине приехали. Видно, батюшку встречали. А соседний дом, там машины свои. Никого и не видать. Слава Богу. Вот сестры родные, Татьяна и Людмила. Третья сестра в Томске, матушка Михаила Фаста, жена. Вот я вышел и не знал, что тут сегодня будет моление. Сегодня суббота, утром. Никого и нету, тут три человека. Это у меня голуби. Вот я тут голубей вижу. Вот они, голуби. И вывели тут. Дикарей приучил. Они у меня живут. Едят. Вот когда-то они были лишние, а сейчас обстановка изменилась. Теперь они у меня здесь. Вот какие расцвели сады. Это калина. Какой куст хороший. Калина. Тут тоже с шиповником калина. Вон как высоко поднялась. Еще тут отдал вот этот огородчик. Ревень у меня тут подкосили. Картошка уже взошла. Вот.
это вот мой ревень. Теперь я его с той стороны пересадил маленько. Не знали, они думали, что репей какой-то или кто-то. Елена говорит, муж у нее делал. Я его пересадил на эту сторону и щавель поливал сегодня. Вот он прирос. Это крыжовник. Ну, здесь ревень в другом месте маленько. Ну, она сказала, что я посею, они у меня щавель тоже выхлестали тут. А мы посадим. Ну, посадите хорошо. Пускай. Это еще немножко растет, как черешня. Но не черешня, яблони. Вот какая. Ой, попутно голубей показать. Картошка начинает сходить уже. Это в городе у нас здесь. Вот видите, какие. Калина. Вода вот идет с крыши и вот в эту ванну натекает. Вот сверху побежок течет. Тоже. Батюшка меня увидел, что я снимаю, и не одобряет. А я люблю, чтобы снято было, показать. Вот железом тут закрутил я, закрыл чеснок, потому что кошки ходят, и чтобы коты везде мочатся, а тут нет. Надежда Васильевна окна утепляла. Вот так. Это кормушка зимой. Сейчас никого нет. Сейчас только голуби залетают сюда. Роман еще свою машину не забрал. Вот тут Игорь оставляет свой прицеп, ездит в Лужков. По милости Божией. Надежда Васильевна нет, это мое стоит. Она там трудится. Вперед поеду. Ребятам все отвечаю, как надо. Все, пока.